нас соседи, который день уже делают ремонт. Долбят. И сегодня долбят так, что жесть. В ванной комнате просто вот такое ощущение, что сейчас стена рухнет. У нас наконец-то есть интернет, горячая вода. Моя жизнь налаживается. Сегодня прекрасная погода. Птички поют. Небо чистое-чистое. Ой, мне сейчас нужно будет навести порядок. Куча стирки. В общем, все как обычно. Поставила водичку. Хочу сварить вот такую вот лапшу. Кекеши какая-то, не знаю. Брала ее в Центрторге. Не знаю, наверное, два вот таких вот нам хватит. Спрятать. Хочу ее сварить, и молодой человек купит соус какой-нибудь вкусненький и соусом ее обжарить. Будет вот так вот. Печка вот, наверное, не бита. Вот не помню, что я сказала, да? Так вот, ребят, я сам лично, да? Я сейчас выбегаю отдавать ключи прошлым хозяевам и встречусь как раз с молодым человеком. Блин, я не знаю, что мне надеть, потому что там у нас сегодня просто мороз какой-то. Так, сейчас 9 градусов. Короче, это не очень хорошо. Сейчас из обуви все, что я могу носить, это только вот такие вот кроссовки с Страдивариусом. Они не достают как раз до тех ран, которые у меня образовались от балеток. В целом, я, наверное, пойду в этом свитере. Я сегодня снимала видос и, короче, так и не сняла этот свитер. Он такой плюшевый, такой прям... Блин, у нас такая холодина, прям осень. Стою, жду хозяина. Вернее, сына хозяйки и своего молодого человека. Не так уж, в принципе, и холодно. Прошлась вроде так нормально. Сразу как с квартиры выходишь, прям так зябко. Целый день у нас так пасмурно, дождь. Погодка так себе. Всем доброе утро. Свежий воздух. У нас, кстати, очень прохладно. Этого не изменишь. У меня вообще такой видок. Я проснулась давно, но валялась в кровати, потому что монтирую новое видео. Нужно пойти умыться и хочу поставить чайник, попить чай желательно. Цветочки уже, наверное, напились водички. Я так и не вылезла со вчерашнего дня из этого свитера. Не знаю, не могу, и все. Как холод пришел, я просто вот надела его и не хочу снимать. Я умываюсь каламазой. Это действительно каламаза. Вот именно кала. Вообще для бороды, я не знаю, как консультанты в Lush могут это средство, кало-средство, продавать вообще под видом умывалок. В общем, я как идиотка повелась. И да. Я никогда не вытираю лицо ничем. К 9 мая почему-то активизировались люди к старым моим роликам о переезде в Россию, о документах, о просто каких-то видео, где упоминалась Украина, Россия. Вот так вот, комментарий за комментарием. Очень часто мне пишут какую-нибудь фразу, типа, вот ты в видео сказала вот так, допустим, сегодня я прочитала. Ты сказала в видео, любишь дипломатичную работу. Я вообще не помню, чтобы я такого говорила. Я якобы люблю дипломатичную работу, но при этом в этих роликах я упоминала жопу, срать и все в таком духе. Я уже говорила о том, что девушка не должна ничего говорить, девушка должна носить платье, летать, блистать и все такое. Это было в каком-нибудь, я не знаю, там, 18 веке. Женщина, конечно, не должна быть мужикоподобной, но иногда, когда, допустим, я вспылю или меня добивают какие-то выражения, какое-то стереотипное мнение людей, тогда я изъясняюсь и добавляю в свои какие-то изъяснения,
подобные слова. Это не значит, что я общаюсь именно только так, нет. У меня это бывает проскакивает, когда вот вы видите такое лицо у меня, все, я буду говорить жопа, обязательно срать. Тогда затыкайте уши и убегайте, лучше убегайте. Крем! Вот так вот растираю. И вот так вот наносим. Это моя рутина каждый день, утром и вечером. Одно и то же. Иногда еще я делаю маски, массажи, пилинги. Но это очень редко. Это бывает раз в месяц, бывает раз в неделю. Я не знаю, от чего это зависит. Короче, наверное, от настроения. Я буквально все практически делаю под настроение в своей жизни. И очень этому рада. Я не собираюсь делать то, что мне не нравится, и когда мне не нравится это. У меня все утро вертится в голове песня с Рика и Морти. Обожаю этот мультик. You gotta be thrifty, yeah. You gotta get thrifty in here. It's time to get thrifty. You gotta get thrifty. Кстати, по поводу фильмов, я очень много просмотрела за последнее время. Я, может быть, чуть позже вам о них расскажу. Но на данный момент мы смотрим с молодым человеком, пересмотрели уже всех «Хоббитов». Просто супер, я не знаю, мне первый «Хоббит», ну, так себе понравился. Остальные я даже не пыталась смотреть. С молодым человеком пересмотрели, и я просто в восторге. И сейчас мы пересматриваем все части «Властелина колец» после «Хоббита». Задумайтесь. Хотя надо наоборот, но мы решили так. Мы не планировали смотреть «Властелина колец» после «Хоббита». Просто так вот произошло. Короче, мы уже досмотрели вчера первую часть и начали чуть-чуть вторую смотреть, но, в общем, мы уже такие были сонные, поэтому выключили и ничего не помним сегодня. Не знаю, в первый раз, когда я смотрела и «Властелина колец», и «Хоббит», мне не понравился Гэндальф, какой-то вообще маг-недомаг для меня был, но сейчас я прям не знаю, особенно когда он в первой части демона вот этого вот там завалил, там сражался с ним вообще. Из-за этого он мне прям аж так понравился. Короче, то, что я говорила о комментариях именно, которые мне пишут к старым роликам еще. Иногда даже, знаете, думаю, блин, наверное, стоит пересмотреть ролик, потому что я даже не помню, что там я говорила. Уже прошло времени, хрен знает сколько. Уже год прошел, как я снимала эти ролики. И главное, все пишут так, как будто я буквально, ну, 2 дня назад выложила их. С таким этим там. Донбасс уже давно не Украина. Что ты снимаешь? Что ты несешь? На дату посмотри выпуска. Всем привет. Я не могу найти свой этот самый. Всем понятно, да? Мы там сегодня обсуждали в комментариях соседей, что я хочу сказать. Мне вообще такой причесон. И да, я все в том же свитерке. Блин, у нас такая холодина. У нас на улице плюс 8, а то, может быть, даже и меньше. В квартире очень холодно. У нас нет ни обогревателей, ничего такого нет, поэтому как бы... Маемо-то еще маемо. По поводу соседей. Я что хотела сказать. Мы с соседями, в принципе, не знакомились. Ни с одними. Дела обстоят так. Когда мы переезжали сюда, вы видели в одном из роликов, что там была куча мусора, и я это все выносила. Просто я выносила это все не за один раз. Я выносила это все с квартиры, ставила на лестничную площадку чуть ниже нашей. И когда уже все домыла, все убрала, что-то вынесла, выкинула я. И что-то мы выносили вместе с молодым человеком. Но мы это все вынесли за один день. Мы это все не оставляли на 10 тысяч лет. Как бы это мусор, и зачем его оставлять? Короче, соседи, которые живут рядом с нами, прямо на нашей площадке, делали недавно там ремонт или, ну, что-то такое у них было. Они сверлили, дробили там что-то. Булыжники, которые они выносили со своей квартиры, и весь мусор, ненужный им, они вынесли на лестничную площадку, так же, как мы это делали. Но этот мусор лежит уже неделю. Я вот сейчас буду в коридоре, именно на площадке, мыть полы, потому что там очень много
грязи от их ремонта. Как вам? Супер, да? Так, я уже промыла. У нас так пасмурно, что просто темень вообще в квартире. К чему я вам рассказывала все это про соседей? У нас созрела вчера идея, вернее, у молодого человека, чтобы поговорить с ними, с соседями, чтобы, может быть, они убрали, и как бы, ну, так нельзя просто насрать на площадке, да, и развернуться и уйти, как бы у себя в квартире чисто, а то, что там на площадке, ну, нас это не волнует. Я считаю, так не должно быть. Каждый должен, ну, стараться поддерживать чистоту. Как мы все знаем, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Да, я вот такая вот правильная. Но я почему-то считаю, что никто нас не послушает, никто не прислушается, и все выльется просто в какой-нибудь скандал. Я скандалы не люблю особо, поэтому предложила молодому человеку пока подождать. Мало ли какие проблемы у людей, может быть, нет времени, может быть, нет возможности пока вынести это все. Ну, молодая семья, и получается, что женщина с ребенком дома постоянно, она не может, я так понимаю, никуда там ходить, а может быть и может. Я и за ними, честно, не слежу. Но сам факт того, что, допустим, как в нашем случае, да, молодой человек работал, я здесь там, допустим, наводила порядок, все как бы обустраивала в его отсутствие, но тем не менее в конце рабочего дня он мне помогал вынести мусор. Я не говорю, что все такие праведники. Не знаю, короче, у меня такое понятие, что ты насрал, будь добр, за собой убери. Так же, как ты сходил в туалет, да, и ты смываешь за собой. Ну, как бы это логично. Уже в конце каждого рабочего дня можно было бы по одному камешку вынести, и, ну, как бы за неделю они бы справились. А так неделю, даже больше, уже лежит этот гарметр. Мусор мы носим себе в квартиру. Ну, как бы понимаете, да, там два человека живут в однокомнатной квартире, а уборка каждый день и на день по два раза даже бывает. Я, конечно, может быть, и чисто плюйка такая, но кто любит грязь? Я не люблю. У нас на улице такие тучи. Смотрите. У нас сирень тут расцвела прям под окнами. Бывает, пахнет время от времени.